Здравствуйте! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, годом огненной обезьяны. Я желаю вам счастья, здоровья, хорошего настроения, самочувствия. Заранее поздравляю тех, кто уже себя сделал. Но те, кто еще себя не сделал, только думает об этом, должны прийти и начать заниматься. Не откладывайте на завтра. Начните сразу после Нового года. Помните, год пролетит незаметно. И значит, вы к следующему Новому году уже должны быть в новом теле, с новыми мышцами, в новой фигуре. Еще раз поздравляю вас с Новым годом. Счастья и здоровья. Это был я, Игорь Шишко.